короче, ищем, где ему эту. А, вот, видите, смотрите, смотрите, железная дорога, старая, старая заброшенная фабрика и, как обычно, наше кладбище. Я думаю, я просто думаю, сниму сейчас, что есть церковь, а тут железная дорога и наше кладбище. Ребятушки, кстати, по моей вине, скорее всего, у него, значит, это... случилась проблема с этой с шиной. Он поменял запасную, но запасная оказалась тоже сдувшаяся. И вот мы ездим, ищем этот офис, который ему надует, этот вот, который он поменял. Вот сейчас смотрите, наша это. Смотрите. Какая это, да, наша, смотрите. Видите? Которая, вы говорите, трансформаторская будка. На самом деле это наша. Абсолютно наша какая-то труба роста. В общем, вы знаете, где мы? Мы в Трино опять. Помните, в Трино я... Посмотрите, вообще народа нет, да? Просто я ему говорю, что здесь кофе в Трино продается по 70 центов. Вообще везде кофе, ну евро, да? Но бывает в центре Милана, может, и за полтора. А так вообще евро везде кофе. А, вот он. Вот, нашли. А здесь кофе, если 70 центов продают, то понимаете, как бы, что это... Так, ну ладно, мы приехали сюда. Пока он пошел, вот, да, сейчас я пока выключу. Ребятушки, не по той дороге мы едем, конечно, как по которой мы ехали сюда, ну, в этот, вот этот Кастелло, да, когда у меня, на меня наслали какую-то дикую боль, непонятную в животе, и я не смогла снимать. Ребята, что-то было, какая-то странность, очень интересная. Вот у меня бывают такие случаи, что на меня нападает какая-то вообще боль, и потом также и пропадает. Но вот именно напала там, где мы переезжали через вот этот, через поля, вот. Через поля мы проезжали, короче. А, мандиамо лора гуали. А, мы, получается, по тем же дорогам поедем сейчас, что ли? Тогда будет хорошо, тогда я сниму то, что, может быть, сейчас на меня опять нашли боли дикие. Короче, ребятушки, вот просто, понимаете, ни с того, ни с сего там были такие вещи, такие дороги все перерыты, где, например, три канала сразу параллельно, где, наоборот, какие-то вот эти вот насыпи вот такие идут. Вот, вы понимаете, но я не смогла снимать, мне пришлось прекратить. И вот потом, когда мы приехали к Костелушке, у меня потом все это прекратилось. Вот понимаете? Смотрите, какой это криво идет, да? Вот. Поэтому вот сейчас опять каналы приехали. Но я не могу же на него... Тризер. Видите, с моей R прямо здесь, в Пьемонте, очень даже хорошо все произносить на французский манер. Короче, вот тут видите канал, причем наш такой вот с огромными камнями. Вот. Значит, вот рядом с его стороной идет канал. Вы посмотрите, как трясет машину, потому что такая дорога странная. Я не помню, по этой ли мы дороге приехали, потому что мне в этот момент было плохо, я вообще не соображала, ребятушки. Но все-таки, все равно, вот эти странные дома, вы посмотрите, опять типа эта трансформаторская будка. Будка наша абсолютно. Дома странные. Вот, там, где мы были около этого Костелушки, конечно, можно было поснимать там, потому что там такие странные все трубы, все. И тем более туда точно никто никогда не доедет. Но так как у него случилась эта проблема с шиной, я не стала, знаете, я тоже расстроилась, что из-за меня он попал в такую эту передрягу, короче. Вот. Ну, посмотрим здесь на дома странные, потому что здесь тоже никогда никто не проедет. Я не знаю даже, как это... А, посмотрите, круглая, да, как батистер. Натурально батистер, видите? Посмотрите, я покажу вам огромное количество вибрационных вот этих вот наших полукруглых линий. Посмотрите, видите? Да? Посмотрите. Посмотрите, да? Специально смысл для меня. Посмотрите, какая тоже крыша. Треугольник такой какой-то, в 3D тоже, да? Посмотрите, какие дома тут. Вообще. Две дырки, да, вообще, посмотрите. Интересно, какая данная. Вообще, странное строение.
кстати, там дома тоже стоят. Посмотрите, посмотрите, какой маленький домик странный. Посмотрите, как труба растет прямо вообще. Посмотрите, из... Ладно, поедем. Ну, вы так смотрите по сторонам. Потому что я, ребятушки, честно говоря, устала. Вот. Мне уже, честно говоря, выходить неохота. Я вам покажу вот тут все-все дома и трубы, и все, посмотрите, кривое. Не обращайте внимание, что дома все какие-то не просто волнистые по линии домов, но еще они вогнуто-выпуклые. Я-то вижу. Вот. Я не знаю, где мы сейчас поедем. Но решила поснимать, потому что, ну, не могу не работать, короче, сами знаете. Просто я думаю, что сейчас будет, видите, опять, кстати, канал с аркой там. Просто с той стороны, просто с его стороны я же не могу снимать. Вот. Вы понимаете, даже если я начала работать в час где-то, то встала-то я вообще в 7 утра. Потому что у меня же торжественная девушка теперь ходит на практику в парикмахерскую, так надо, если я ее не отвезу и не встану рано, то она не встанет и скажет, что я виновата была, потому что я не разбудила. Вот, поэтому мне приходится вставать. Видите, как наши тут стены торчат. Рано вставать мне приходится и будить ее, и везти в школу, в эту школу парикмахерскую. Вот, посмотрите, как тут вообще все, видите, все измучено, все дороги тут, и вот посмотрите, как она идет, видите, наверху опять, да? Ну, если мы едем по этой же дороге, по которой ехали до этого, это будет классно, хотя фиг знает, не знаю. Поглядите, как мы едем на высоте, да, посмотрите. Шлюзы эти, канальчики, шлюзы. Просто, по идее, вообще надо идти и медленно снимать. Ну, не всем же это будет интересно. А, и вот, да, вот там вдалеке наша АЭС торчит. Вот. Тут какой-то тоже абсолютно наш стиль здания. Видите? Видите, какие каналы? С одной, с другой стороны, понимаете? Посмотрите, абсолютно в нашем стиле здания. Что это такое, непонятно. Ой. Видите, как заворачивать все. И параллельно эти каналы, дорога. Без всяких там каких-то углов, все ровненько. Плавненько заворачивается. Это глубокие абсолютно каналы рядом с дорогой, да, кстати. И видно, что стена идет, видите? Видите, стена идет, видно. Вот так вот. Прямо вот там вот под каналом видно, что идет стена глубокая. Кирпичная. Красный кирпич. Ронсеку. Это мы здесь в Ронсеку, ребятушки. Посмотрите, какая труба. Вот опять, ты, когда я говорю, что с крыши растут, да? Ой, блин. И там на ней еще какие-то два, как этих были. Как это... Господи, как они называются? Когда в лампу. Вот то, что в лампу. Лампу вот в то, что вкручивают. Кстати, наши крыши. Наши... И там голуби сидят, как любит говорить Рита. Наблюдают за нами. Есть дома вот просто с огромной кучей странных крыш. Крыши этих труб. Тут вообще растет что-то непонятное. И вот видите, раз вот начинают идти вот такие типа домики, да, сшитые между собой. Потом раз поля, да, заметили? Едем, поля, потом раз, опять что-то такое все сшитое идет между собой. Вы посмотрите, вот эта провинция, да, вы посмотрите, все практически умирает. Все это пустое, людей нету, ребятушки. А, бар? Едем в бар?
Сейчас пойдем. Потому что мы еще вообще не пили с ним ничего. Ни кофе, ни воду. Все время работали. И там такая труба вон на церкви. Так, ну ладно, я пока отключусь, пока отдохнем чуть-чуть, ребятушки. Пока-пока. Кстати, я там. Там висто на коза интересанта на Ванте. Я просто там видела одну вещь интересную. Не трактор, конечно. Вот. Я потом схожу, сниму вам, ребятушки. А сейчас пока, ладно, все, заканчиваю.